На центральной площади Одинцова прошел праздник, посвященный Международному дню молодежи. Для гостей провели знаменитую русскую забаву «Стенка на стенку», подготовили фотовыставку и различные мастер-классы. Второй год подряд наш Одинцовский молодежный центр проводит замечательный масштабный праздник, приуроченный к Международному дню молодежи, который отмечается в мире 12 августа. Для нас, конечно же, это большая честь. Мы ставим огромную сцену, делаем много локаций на территории центральной городской площади, приглашаем жителей Одинцовского городского округа. В сборке миниатюр приняли участие все желающие. Такой досуг объединил в себе игру, творчество и даже создание военно-патриотического театра. Сегодня здесь даем возможность нашим ребятам, подросткам и молодежи познакомиться с таким видом досуга и творчества, как сборка военно-исторических миниатюр. В соседнем шатре инструктора помогают собирать тяжелые танки ИС-2 в сотом масштабе. И если человек собирает хорошо, осваивает основы игровой механики игры Великой Отечественной, ему дают возможность собрать танк-оппонент, тяжелый танк «Тигр». В итоге будет получаться вот примерно что-то вот в этом плане. Испытать себя на надувной полосе препятствий, устроить фотосессию с ретро и современными автомобилями и мотоциклами, примерить аквагрим – каждый нашел занятие по душе. Помимо активности в этот день можно было вступить в ряды волонтеров Подмосковья и написать письма участникам СВО. Лилия Нищенко год назад узнала о таком движении от друзей. Говорит, что по своей натуре человек творческий и помогать людям ей очень нравится. Я считаю, что важно собирать молодежь вместе, особенно в такие праздники, мероприятия, чтобы люди могли раскрыться как-то. Концертную программу подготовили на весь день. В ней приняли участие танцевальные и вокальные коллективы. Выступления музыкантов разогнали серые тучи, согрели сердца одинцовцев и подарили незабываемые эмоции. Все хорошо, все нравится. Да. Позитивчик. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».